Я говорил с вами в пятницу, я хочу повторить, да? Жильцы начали получать фактуры уже по новым тарифам. Как я и говорил в прошлом году, перед тем, как тарифы были вынесены на утверждение муниципальным советом, это в первую очередь ответственность повышенная муниципальных предприятий. Если кто-то решил, что будет точно так же меняться свет и делаться штукатурка и кровля, как было раньше, то сразу вам говорю, что так не будет. Так не будет. Я еще уточню, если случайно узнаю, что после этого решения где-то на каких-то предприятиях были повышены зарплаты, будут очень большие серьезные проблемы. Сначала люди должны увидеть качество услуг, а потом будем повышать зарплату.